Всем привет! Мы убеждены, для того чтобы стать отличным хоккеистом, ты в первую очередь должен быть отличным атлетом. Юным хоккеистам необходимо развивать свои навыки помимо хоккея и заниматься другими видами спорта. Поэтому сегодня мы с детьми сыграем в лакросс, и они позанимаются танцевальной рекетой. Мы приглашаем вас посмотреть, как это было. Пока ребята занимались танцевальной ритмикой и играли в лакросс, мы провели небольшой семинар для родителей, на котором рассказали о том, что дети, которые рано специализируются на одном виде спорта, из-за однотипных нагрузок подвергаются гораздо большему риску получения травм, а также снижению мотивации и отсутствия удовольствия. Проводя такого рода тренировки, мы предоставляем детям много возможностей для разностороннего их развития, что в свою очередь улучшит их результаты на льду. Я был большим поклонником того, чтобы заниматься всеми видами спорта как можно чаще. Я играл за нашу школьную футбольную команду. Я играл в баскетбол за нашу школьную баскетбольную команду. Очевидно, что я играл не так конкурентоспособно, как в хоккей. Бейсбол был просто потрясающим зрелищем. Так что я думаю, что действительно важно заниматься другими видами спорта. Я думаю, что ты узнаешь много нового о разных вещах, о том, как работают другие виды спорта, и о том, что я могу перенести на хоккей и наоборот. С хоккеистами всегда очень люблю проводить мастер-классы, потому что всегда очень высокий уровень физического развития и хороший скилл очень, владение клюшкой. То есть они их прям как губка впитывают, то есть прям ты дал им клюшку. У них немножко своя специфика, да, они начинают в хоккейном играть. И если вот просто 2-3-4 тренировки, и уже видно было, что ребята уже начинают понимать. Я первый раз играл в лакросс, и мне очень понравилось. Больше всего, когда забивал голы. Я сегодня забил 3 гола. В лакросс я играю первый раз. Мне больше всего понравилось, какие там клюшки особенные. Не такие, как в хоккей. С сетками. И их нужно держать сверху, а не снизу. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Мы приглашаем вас принять участие в летних тренировках такого формата. Все подробности и расписание в описании к этому ролику.